Один. Полетели. Умеренно прыгает через панбокс. One foot, one hand. И сразу амплитуднейший микс-обходы. Я напоминаю, что ей всего 15 лет. И она вот так храбро летает здесь по площадке. Только что вы увидели топоган через панбокс. Также прыгает на вулканчике микс-об на спайне. Разворачивается кодель. One hand на спайне. Приезжает вулкан просто в обратную сторону, туда решил не прыгать, чтобы не рисковать зацепиться, потому что зуби за это, конечно, ставят минусики. Хит в неудобную сторону на фанбоксе, снова набирает скорости, вылетает немножечко кодри в этот раз и трюк на стол тайр-грэп. Иксап кодри перед судьями и 10 секунд остается буквально время на заключительный трюк. One foot тоже на стол и финальный сигнал. Отличный заезд. Я думаю, что судьи поставят один из самых больших баллов.